региональными властями методики установления предельных размеров надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, что частично... Да. Михаил Александрович, минуточку внимания. Да. Я обращаю внимание, что на балконе вот Вячеслав Викторович Володин пригласил конгрессменов и сенаторов Соединенных Штатов Америки. Давайте поприветствуем наших коллег. Товарищи. Пожалуйста, продолжайте, Михаил Александрович. Спасибо. Также считаем необходимым обратить внимание, что...